Всем привет, ребят. Ну что, у нас продолжается трешечок на нашем английском сервере. Сегодня у нас будет эволюция, аугментация Арктики. Герой донатный. В принципе, он уже не такой дорогой. Без доната тоже могут его получить коллекционера. Герой очень интересный. Это как замораживает зону впереди, снимает с них все бафы, замораживает на 1,5 секунды, но это на этом скилле. Также здание на 2,5 секунды, имеет 5-ю, по-моему, ярость небес, если не ошибаюсь. То есть от нее можно застаниться. Ну, я, честно говоря, уже даже не помню. Я ее использую очень редко. На сегодня она используется на архидемонах, если их надо заморозить, полностью обездвижить. На 4 лаве, ну, кто-то в PvP локациях еще использует, в принципе, тоже как вариант, если она ударит первой. Вот такой вот у нее скин. Скин, скажем так, сам по себе дает 10 тысяч жизней и крит урон 2+2000. Ну, в принципе, неплохо. Она критует сама по себе по талантам. Так, давайте умение качнем. Только не этими, давайте. Ой, уже у меня уже эти копятся. Так. На десятке 300 урона, 3 секунды. Строение на 5 секунд, кулдаун 6 секунд. Имеет 12 скилл. По талантам побежали. Что ей подходит? По талантам. По талантам ремка. На ремку вы можете кинуть оживу, психощит, если нужно. Иногда ее качали с разбросом. Сейчас уже с разбросом не качают. Ну, все у нас очень быстро меняется. Я прокачал с утеканием. Были архидемоны, которые отражали. И надо было, чтобы она восстанавливалась. Также замедление, как вариант. Возможно, с расколом еще потестируем. Вот такая вот у нее сборочка. Рунами сейчас мы ей поставим ремочку, чтобы она сразу активировалась. По питомцу, честно говоря, без разницы, что вы поставите. Все зависит от локации. Так, ну что, поехали, делаем эволюцию. Вот у меня 11 штук есть. В принципе, мы будем эволюцию, я уже говорил, за кляшки делать. Карты я не хочу особо тратить, пусть себе копятся. Так, окей, поехали, делаем аугментацию. После эволюции все как обычно, 37 книг, 38 у вас просто пропадет, а 37... самое то. Так, силушка у нас растет, поехали. Есть. Такс. Ой-ой-ой-ой, сбил. Она у нас где-то в конце, вот она. Раньше, честно говоря, без скина она выглядела намного лучше, мне больше нравилось. Так, окей. Ой, у меня стоит плюс 25 к атаке, я кого-то его поставлю. Давайте по чарам расскажу, что и оптимально. И пойдем дальше тестировать. Как вариант, если на архидемона, это однозначно либо пиромах, либо ассасин. У меня с доспехом была офигенно смотрится, аж плюс жизнь 25%, это немало. Плюс она еще и вокруг себя рушит, она летающий герой, дальник, в принципе, неплохо заходит. Также можно попробовать безмолвный, плюс одну клетку, поставить там, например, рвение. Там надо посмотреть по клетках, чтобы у вас было, давался бонус дополнительно. Ну, все остальное, плюс 25 атаки тоже стояло, честно говоря, не зашло, и хранитель леса не зашел. То есть такие вот варианты, либо вот этот, либо передачу еще как вариант попробовать, либо доспех, либо на архидемона собираете по созвездиям. Ну, я, конечно, как обычно, ее раньше использовал с уклонениями, потом под архидемона я специально чисто все герои качаю на крит, то есть на шанс крита, так как у нас убрали арты, поэтому приходится всех героев перекачивать, ну, частично. Ну, как обычно, вы знаете, у нас все очень быстро меняется, поэтому приходится это уклонение. Не нужно. Поехали дальше. Т.
Так, крит сопротивление, точность. Она сейчас используется либо она, либо Бигфут на четвертой лаве. Даже на третьей использовали раньше для заморозки. На гильдийских боссах используется, тоже неплохо смотрится. Ну, все зависит уже от пачек ваших союзников, от вашей пачки, где вы стоите. Ну, в общем, герой довольно-таки интересный. Сейчас покажу, уже докачаю в действии. То я что-то так заговорился и побежал дальше. Надеюсь, тут не будет как с уклонением на нового героя. 20 минут в никуда. Вот видите, здесь уклонение падает. Пятое, неплохо. Так, крит резист не то. Так, зачем мне ваша точность? Давайте то, что мне надо. Так, не то, не то. Ну, вот видите, тоже свои нюансы. Сейчас будем полчаса убивать. А то, чтобы вырулить то, что нам надо. Так, атака, жизнь. Спасибо, не надо. О, отлично, крит. Вот так вот даже. Ну и последняя атака, пусть будет атака. Так, есть. Ну, по чарам я вам сказал. Потом я определюсь, кому поставлю плюс 25%. Так, давайте улучшаем ее дальше. Отличный мне сегодня бонус прилетел. Я показывал его. Просто, блин, за большой пак здесь, конечно, 800 кулаков, 4500 кристаллов, там еще куча плюшек, по 800 книг, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, прилично прилетело бонусом, я, честно говоря, удивился даже. По сравнению с нашим сервером, это, конечно, небо и земля. И новый питомец, конечно, меня удивил. Просто обалденный пэт получился. Так, ну давайте уже активней. Сколько можно тут сидеть? Так, отлично. Есть. Улучшаем. Делаем вторую эволюцию. Вот так вот. Отличненько. Ну и опять по новой. Так, надо качать также снеговика. То скоро обнова. 12 скиллы на носу. Все равно мана копится. Так, ну давай, давай, давай. Да что такое?
Все с юнитами прям. Такие расстановки замудренные, будто сборную взял разломать доспехом. Рановато выпустил. Так, отлично. Напишите, с каким скиллом вы хотите увидеть снеговика на 12-м. С пактом или с ИСОшкой. Тут варианты есть, какие хочешь. Так. Жесть просто. Просто с плюшки. Все, финишная прямая. И идем. Ну, убей, Минотавр. Это жесть какая-то. Эти смотрители, это полная жесть. Так, отлично, поехали, делаем. Так, 10-я звезда, максималочка. И что мы имеем? 172 тысячи жизни, маловато. Рунами, как видите, бонусами бонусация больше. Атака тоже 9150, тоже бонусация практически такая же. Поехали смотреть на героя. Что у нас за герой и как он сливается? Так. Какую-то базу бы попроще. Вот отлично. Вот так вот. Бум. Ну, возможно, вот по 52 тысячи восстанавливает себя. Вот как видите, вот так он замораживает. Все впереди, снимает бафы. Ну, вот утекание меня спасло фактически только что. Посмотрим, как будет дальше. Вот. Нас спасает наш смотритель. Вот зона его действия, как видите, не маленькая. Так, ну Минотавр, как вы знаете, бьет только по наземных. Ну вот и все. Ушатали, к сожалению. Так, давайте покажу вам его на подземках. Смысла нету, давайте на арену забежим. А тут у нас тоже не особо. Разбежимся, ну хоть что-то покажу вам. Как герой себя показывает здесь. Так, окей, поехали. Вот так вот. Снимает все полностью бафы. Если был бы на уклонении. Но смотрите, держится. Нифига себе. Еще и офигенно держится. Я вам скажу, снимает бафы благодаря. Ого, нифига себе, да это просто жесть. Да ладно, вот это, ребят, это называется имба Арктика. Честно говоря, даже сам такого не ожидал от нее. Жесть. Ну тут, конечно, без эволюции героя, но все же.
Ну, интересно, затащит или нет. Так, это убило. Ну, все. Вот так вот. Вот такой вот, ребят, герой. В принципе, особо где-то еще показывать смысла нету. Как видите, герой очень медленный, неповоротливый, но очень интересный благодаря своему скиллу. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно лепите лайкосики. Вот такая вот у нас Арктика получилась. Будем дальше уже тестить. Все, всем удачи, всем пока.